Дворы Краснодара планируют освободить от ларьков. Около 300 торговых точек расположены сегодня на территории многоквартирных домов незаконно. Их владельцы не платят налоги в городскую казну, а сами магазинчики, по словам жителей, многим мешают. Как решить проблему, разбирались сегодня депутаты городской думы Краснодара на внеочередном 52-м заседании. Подробности у Яны Бузычкиной. Пользы для города практически ноль, а шума и антисанитарии в избытке. Большинство незаконных торговых точек во дворах многоквартирников принадлежат иногородним предпринимателям. Они не платят налоги и создают проблемы жителям, говорили сегодня на внеочередном заседании городской думы. Глава города Евгений Первушов подчеркнул, такие ларьки, к тому же, не красят облик Краснодара. А значит, нужно найти механизм эффективной борьбы с торговыми нелегалами. Для этого необходимо внести в ЗСК законодательную инициативу о дополнениях в краевой закон об административных правонарушениях. Владельцев торговых точек предлагается штрафовать, а также добиваться демонтажа конструкций. Проект рассмотрят на следующем заседании Думы. В обход всем правилам землепользования и застройки, в обход принятым нами собственных решений непосредственно, а это схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования города Краснодар, которое мы принимаем, где мы даем согласие, где мы становимся выгодоприобретателями, мы получаем арендную плату от этих земельных участков напрямую в бюджет и пополняем казну, то эти объекты никаким образом на экономику нашего города не влияют. Еще одно важное решение требовалось принять срочно. Как мы рассказывали ранее, с депутата Гордумы Георгия Стрельникова неделю назад сняли полномочия. И парламентарии поручили временно взять на себя заботу о 17-м избирательном округе, первому заму председателя Думы Виктору Тимофееву. Люди нам звонят, обращаются за помощью. И они должны прийти на прием к депутату. Ну и, естественно, масса мероприятий проходит в городе Краснодаре. Те же субботники. Надо выполнять программу по наказам избирателей депутатам городской думы. В Краснодаре также увеличится и количество памятных мест, чтобы остальные горожане не забывали собственных героев-защитников Родины. Для увековечения памяти уполномоченным специального отряда быстрого реагирования Краснодарского края старшего лейтенанта милиции Исаева Александра Николаевича, погибшего при исполнении служебного долга в Чеченской Республике, установить на фасаде здания средней общеобразовательной школы №1 мемориальную доску. С просьбой об установке мемориальной доски к депутатам вышли ветераны краевого СОБРа. Память о милиционере Исаевой, погибшем в 95-м году в Чечне и посмертно награжденном орденом мужества, уже в эти выходные увековечат на улице Вавилова. Яна Бузычкина, Марина Богданова, Николай Цедрик и Наталья Пилипко. Телекомпания «Краснодар».